Здравствуйте, коллеги! Сегодня я вам покажу работу клюкарзы Александра Корнеева. Вот такая клюкарзочка. Это базовая у него подлиньше, как обычно. Вот это вот короткая клюкарза. Взял заготовочку, зажал бархата и отмерил, сделал кружок такой вот 8 сантиметров. И попробую сейчас этой клюкарзой, насколько глубоко я смогу выкопать, вот это сделать углубление. Знаете, да, что сейчас в моде делают коллеги. Куксу саму делать я не буду, но возможности покажу вот этой клюкарзы. И представлю вам набор из 500 месок Александра Корнеева. Здесь отлогая 25 миллиметров, 20 это радиусная на 20, топорик присутствует, уголок, стамеска угловая на 45 градусов и клюкарза. Вот этим набором можно спокойно делать какие-то такие изделия, как кукса вот это, да? Вот смотрите. Не знаю, как коллеги работают этими скобами. Клюкарза, видите, она режет хорошо. Материал это бархат амурский. Ну вот, допустим, вот это сейчас я поработаю. Это радиусная стамеска. Вот как режет бархат. Бархат амурский, он тоже имеет такую же прочность, как ясень, может быть чуть-чуть помягче ясень, но все равно достаточно, видите, я вот усилия делаю какое. Пока вот этот вот предварительную я делаю радиусной стамеской короткой, вот из этого набора, вот так она работает. Сегодня моя задача состоит в том, чтобы показать, на какую глубину можно с помощью клюкарзы короткой, и опять же повторюсь, какую сделать глубину. Ну давайте проверим сейчас, на какую глубину у меня мне получилось копнуть. Так, линеечку вот так уставим, карандашик опускаем и посмотрели. Ну, до 3 сантиметров можно выкапывать радиусной прямой. Но опять же, учитывая, что диаметр этой куксы внутренней у нас 8 сантиметров. Вот глубина 3 сантиметра. Теперь мы берем уже клюкарзу и продолжаем углубляться.
Ну вот, получилось у нас такое углубление. Это я вам показал, как работает короткая клюкарза. Этот набор я бы рекомендовал тем, кто занимается посудой деревянной. Ну вот, здесь уже у меня все цепляется кольцо. Но есть вот такая вот эта базовая длина клюкарзы Александра Корнеева, да? Вот эти я короткие заказал для того, чтобы было удобно делать там ложки. Вот. Давайте посмотрим глубину. Это короткая клюкарза была в работе. Замеряем глубину 5 сантиметров. Вот это вот глубина у нас. Да, 5 сантиметров глубина вот этой плошки. Ну, еще раз давайте посмотрим набор. Вот это вот радиусная стамесочка с ручкой короткой. На клюкарзочку я оставил на клюкарзе ручку более длинную. Вот этот вот, это для того, чтобы делать ручку резной. Как эта стамесочка работает, давайте посмотрим по бархату. Для чего нужна такая стамеска? Ну, я без уголков я не работаю. Если кто-то хочет повторить то, что делаю я, такие стамески необходимы. Вот это угловая на 45. Топорик. Топорик на короткой ручке. Вот для таких. Работ не предназначен. Вот топорик. И отлога на 25. Ну, отлога на 25, это ей удобно делать саму ручку, форму обрабатывать. Пожалуйста, как она работает, смотрите. Тоже ручку я оставил длинную, потому что приходится тут, может быть, где-то двумя руками поднапречься. Вот, уважаемые коллеги, вот этот набор ждет своего хозяина. Пожалуйста, вот рядом лежит второй такой же аналогичный набор. Вот эти два набора я отправляю первым, кто закажет. Плюс докладываю брусочек вот такой вот к этому набору. Будет идти брусок ореха. Вот как он выглядит, текстурочка его. Пожалуйста, заказывайте. Это набор с 5 стамесок. Он предназначен для изготовления ложек, плошек, поварежек. Вот куксу можно делать. Ну вот, коллеги, рекомендую вам приобретать набор Александра Корнеева. Это короткие стамески для изготовления деревянной посуды. Здесь 5 стамесок. Плюс прилагаю я брусок ореха манчжурского. Ну а вам творческих успехов, всем хорошего настроения и не болеть. До новых встреч!